А депутат Госдумы Надежда Борисовна Колесникова встретилась с учителями 46-й Самарской школы. На импровизированном педсовете обсудили перспективы развития учебных заведений региона и вручили почетные грамоты. В том числе благодарственное письмо от губернатора директору школы за образцовое исполнение обязанностей. Востребованность этой школы среди родителей не меньше, чем лицеи и гимназии. Потому что здесь большое внимание к детям. Здесь интересные воспитательные проекты. Результат сдачи единого государственного экзамена очень достойный. Потому что здесь работает профессиональный ответственный педагогический коллектив. Установлено очень тесное взаимодействие с родительской общественностью. Это школа, которую любят и уважают родители.